В Сурском районе по требованию прокуратуры вернули долги. В 2018 году органы местного самоуправления по результатам организованных торгов заключили контракт с конкретным субъектом предпринимательства о проведении ремонта дорог. Прокуратура Сурского района установила, что подрядчик свои обязательства выполнил, но плату за работу он так и не получил. По требованию прокуратуры органы власти погасили данную задолженность в сумме 335 тысяч рублей. Это не единичный случай в Сурском районе. Установлено, что перед 43 работниками учреждения здравоохранения образовалась задолженность по возмещению командировочных расходов на сумму свыше 200 тысяч рублей. В результате незамедлительного принятия комплекса мер прокурорского реагирования права работников защищены, задолженность погашена в полном объеме. Всего же в прошлом году в области по требованию прокуратуры субъектам бизнеса выплачено более 418 миллионов рублей долгов по муниципальным и государственным контрактам.